Lars Wuttje, good morning. My name is Britta Dreyer. I'm representing the German National Library, particularly our director, Irina Zenz, who sends her all her best wishes to all of you. I'm here on invitation of the St. Peter the Great Polytechnic University. Thank you, Natalia, and thank you, Alexander, for the invitation. I'm very happy to be here. Please give me time for translation. Okay. Дорогие коллеги, я здесь нахожусь по приглашению Санкт-Петербургского политехнического университета. Я представляю университет Лейбница и Национальную научно-техническую библиотеку Германии. Разрешите мне поприветствовать участников конференции от лица директора нашей библиотеки Ирины Зенц. I am here to continue and intensify the strategic collaboration between the Polytechnic University and the German National Library. Я здесь для того, чтобы подтвердить и укрепить и содействовать дальнейшему развитию стратегического партнерства немецкой национальной научно-технической библиотеки и информационно-библиотечного комплекса Санкт-Петербургского политехнического университета. The digital strategy of libraries, the DOI, and its use for scientific publication are very important topics that have been keeping us busy for many years now, and I'm very happy to speak with you today and tomorrow about these important topics. Цифровая стратегия, идентификация цифровых научных данных, новые формы содействия научным исследованиям, проводящихся в университетах, это те направления, которые сейчас важны для библиотек всего мира, и Брита надеется, эти вопросы будут рассматриваться в течение двух дней конференции, и будут в том числе на мероприятии рассмотрены аспекты, как мы можем сотрудничать в данных направлениях. I'm looking forward to speaking to you in the next couple of days. Thank you. Она рассчитывает пообщаться со всеми в рамках мероприятий и в личной беседе в течение ближайших двух дней. Спасибо.